Черт, 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 черт. Только бы работало, только бы работало. И только бы была связь. Боже, что если Дракс... Нет, стоп, нельзя так думать. С ними все в порядке. Нужно убедиться. Как-то. Надеюсь, Дракс не вырубил связь. Только бы была связь. Боже, что если Дракс... Нет, стоп, нельзя так думать. Эй, кто-нибудь? Питер? Я есть Грут. Ты не знаешь, чего Крепыш меня запер? Ну, Дракс, кажись, в церковнике подал. Что? Ты серьезно? Я есть Грут. Понимаю, это просто бред. У Дракса в голове тоже бред. И, возможно, он привел корабль к Сакралии, чтобы отыскать матриарха. Но, don't worry. У меня есть идея. Эта космолама прогрызла мне дыру в стене. Хами? Мне бы только протиснуться, да добраться до рубки. И ты откроешь двери. Именно. Так, я выбрался. Дракса не видать? Пока нет. А знаете, я рад, что все так обернулось. Почему? Почему? Да потому что я 100 раз вам твердил, эта тварь тут все сожрет. Вы слушали? Как же? Зачем вам слушать ракету? Его дело все чинить. Погоди. Так ты рад, что Ками прогрызла стену или нет? Нет. Ну, может быть. Если это поможет спастись. Питер, она заперта. Ну, я проверил. Кажется, я знаю, кто, когда все это кончится, будет все чинить, если мы не сдохнем. Но я есть Грут. А кто же еще? Если бы не я, Милана так до сих пор и болтался бы в космосе. Можете не благодарить? Да, мы благодарны, что ты успел починить корабль, чтобы Дракс его угнал. Ты молодец. Ого! Что? Что там? Ну, хорошие новости, мы не на Сакралии. Плохие, я понятия не имею, где мы. Потом разберемся. Сначала выпусти нас. Да. Thank you.
Есть. До встречи. Чего мы дожидаемся? Надо сваливать из этого болота, пока зеленый псих не явился с новой подружкой в метеоматриархом! Ракета, стой! Мы не можем бросить Дракса. А он еще Дракс? В смысле, его ведь обратили. И что? Мы его отыщем и вернем обратно. Ты говоришь о том, чтобы похитить Дракса-разрушителя? Вот именно, разрушителя. Мы в таких передрягах бывали, столько повидали, и вдруг бросим его? Дракс еще наш друг. Этот нам больше не друг. Не вынуждай меня отдавать приказы. Ты чё, на меня свои пушки наставил? Нет, пока нет. Я просто хочу, чтобы ты понял, как все серьезно. Мы остаемся. Ух ты. Вмять, Квилл. Смотрю, ты вовремя решил проявить норов. Ладно, я в деле. Еще возражения? Нет, ладно. Я из Грут. Круть. Тогда найдем нашего друга. Надеюсь, там не будет дождя. Думаешь, Дракс затащил нас на Сигнар в 9? Да ничего я не думаю. Я хотел проверить, готов ли ты. Неважно, Квилл. Я попытаюсь. Если здесь есть церковники, нужно продумать план нападения. Готовы отправиться за Драксом? Нет, но чем дольше ждем, тем сложнее его вернуть. Все пройдет по плану, быстро обернемся. А если не пойдет по плану, кому-то придется спасать твою задницу. Ты точно готов? Я есть Грут. Я есть... Ну что, вперед! Только не это. Ты знаешь, где мы? Какой-то лагуне! Мерзкий хвост! Сколько раз вам повторять? Я ненавижу воду! Эй, не я тут корабль сажал, а Дракс. Ай, ой, гадость! Да что ж такое? Я намочил шерсть! Ракета, ты цел? Да все! Ненавижу воду! Ненавижу мокнуть! Ненавижу работать бесплатно! Мы тут не работаем. Мы Дракса спасаем. Снова быть здесь. Ребята, это Ламентис, планета жрецов Памы. Еще религиозные фанатики. Супер! Они не фанатики, они пацифисты, бежавшие. Пацифисты. Еще хуже. Ты видел их на забвении? Вот уж где не ожидал встретить жрец. Откуда они бежали? С Халы. Мы же не над океаном пойдем. Частично, да. Не падай в него, не намокнешь. Да? А если Дракс туда упал? Не беспокойся, Ракета. Если что, Гамора за тобой прыгнет. Да ну. Да ну. Ну да. Потому что мы команда. А Гамора из нас самая спортивная. Ай, лучше утонуть. Так что там у нас по плану? А вот и Дракс. Ушивый злодей. Где она? Где матриарх? Стой! Отпусти его! Дракс, приятель, полегче! Она позвала меня сюда, склеить осколки! Ракета, да помоги же ты! Здрасте! Let's go.
Мандис? Как ты... Что? О, это! Лесо научил меня как-то бить в одно место в разных временах. Или Том Фат в будущем научит. О, не бойся, злюка невредим. Ну, почти что. Что мы здесь делаем, Мантис? Я его позвала. На забвение. Увидела время в его мыслях. Ложь как путы. Что мне оставалось? Подкорректировать курс, очевидно. Все хорошо. Со мной будь. В тиши и мраке. Это тоже твоя бывшая, Квилл? О, нет. Не в этом времени. Идем. Вперед, в пещеру Жути. Не понял? Пещера Жути, где сойдутся самые мрачные наши пути. Мрачные в том смысле, что неизвестные. Ну, может, и плохие. Но точно не хуже, чем увиденное мною будущее. Вот там все плохо совсем. Беспросветно. Вам лучше и не знать. Кто-нибудь, переведите мне это. Я есть Грут. Я говорю... Говорила... О чем я успела вам рассказать? О пещере Жути? Да, точно. Большое сердце несет в себе столько печали. Во всех вариантах будущего он сломлен. Но в каких-то мы его спасаем. В этом. И мы пришли. Здесь Катати пускают корни. Итак, чисто для справки. Есть варианты, где мы с тобой... Китер, хватит. Верно. Что за Катати? Я есть Грут. Люди-растения, как Грут, но отстойные. Катати — высокоразвитая раса миролюбивых созданий, наделенных медитативной силой. А еще они стерегут тайны древней пещеры. А перерыв сделать они могут? О, нет, они к этому относятся серьезно. У нас один лишь выход — воззвать как бесконечный мудро... Впустили! А что именно мы здесь ищем? Она не знает. То, что может помочь Драксу. И мы поверим на слово этой чокнутой? Она не чокнутая. Жутковато. Да уж, жутко. Жутко опасно. Нам точно сюда надо? Не. Может, Драксу надо просто проспаться? Выглядит он более-менее. Я не смогу долго контролировать его. Только друзья зеленого злюки помогут ему осознать космос. Берегись! Сейчас ты вмять! Чуть не успела вовремя почувствовать. Не забудьте, мы здесь, чтобы помочь Драксу. Хотя было бы неплохо узнать, как именно мы ему собираемся помогать. Ну, разумеется. Здесь все очень нестабильно. Эта пещера нас всех прикончит. О, нет, не всех. Не в этом варианте. Опять вода? Да что такое с этой планетой? Выглядит не страшно. Смертоносно, холод и мок. Давай, ракет. Подумаешь, немного воды. В альтернативных будущих пушистиках утопление – распространенная причина. Уверен, дальше все будет суше. О, ты не прав, звездолом. Ихо! Погоня! Ох, это было опасно. Тут бывают проблемы у Гаморы. Сомневаюсь. Мантис, мы точно идем правильной дорогой? Вроде да. Ладно, здесь уже не перепрыгнуть. Нужно обойти, поискать другую дорогу.
Дайте гляну. Может, там есть другой проход? А что тут за каменные лица такие? Жуткие, да? Питер, вроде здесь что-то есть. Ладно, Гамора, давай заберемся туда. Может, мне просто пальнуть по этим камням? Нет! Я боюсь, что он нас взорвет. А ты почему против? Слишком много вариантов, в которых Пушистик погибает в этой пещере. Ракета, хочешь рискнуть? Эй, гений! Это хрень меня над головой! Против! Возьмите ее и мог! А если так? Вот и все. Совсем даже не все. Мы понятия не имеем, что тут ищем. А о том, как много он для тебя значит. Думайте о том, сколько раз Дракс нам помогал. Назови хоть один. Как он на втором корабле нас спас. Фырк, он тебя спас. Он много всего на себе носил. И кидался камнями. Это ему, похоже, нравится. Бросать камни – древний катрианский обычай. Ой, столько потеть ради какого-то там товарища. Не скрывай свои подлинные чувства. А я не скрываю. Дракс однозначно нам помогал. Вот скажем на Сигнар, когда на нас напал тот кальмара-тигр в первый раз. А, Ковстычок? И когда он второй раз напал тоже. Мантис, нам беспокоиться насчет этого тумана. Это галлюцинация. Очень пригодился. Неужели? Эти твари и здесь тоже водятся. Может, они изначально не из Сигнарфа? И Хеллбендер их здесь отловила? Или она прилетела сюда, потому что готова из-под земли нас достать и убить? Леди Хелл хочет нашей смерти. Понимаете, что из этого следует? Что мы все умрем? Я знаю, к чему он ведет. Что мы команда. И если разозлили кого-то, то вместе. Надеюсь, у тебя в голове это звучало лучше. Вода, туман, чудища. Что ж это вообще за место такое? Это место большой силы. Жрецы знают сказания о тех, кто жил здесь до них. И о чудесах, что те творили. Они мне про них не рассказывали. Потому что тогда ты не готова была их слушать. Да, есть Грут. О, нет, сэр Грут. Никакого корня катати не существует. Так что за сказания знают жрецы? Легенды о бесплотных духах. Что за хрень? Помоги! Мантис, эти твари имеют отношение к тому, что мы ищем? Не уверена. Но кажется, нет. Да скажешь мне, новые дружки? Не сомневаюсь.
пещере что-то многовато живности. Это ненадолго. Ракета не спеца. На какой черт вы поперлись за жукоглазкой? Но хоть того тумана нет. Нет, не думаю, что с ними можно пообщаться. Но для кого как? Сорви! Я как Матадор! Драк бы сейчас сказал, я не знаком с этим, Матадор! Мантис, сюда. Так, я Дракса, конечно, люблю, но ответственно заявляю, эта пещера у меня уже в печенках сидит. Я есть Крут. Кто? Жукоглазка? Да она из туалета не выведет. Ты лицо, которое мы разыскиваем? Не уверен, что хочу услышать ответ. Лишь бы убраться отсюда. Не лжи. Нам нужно привести его к берегу, но нам также нужно не терять оптимизм. Мы спасательный трос. Нам нужно побороть свои страхи. Здесь или в другом месте. Самое важное — побороть их. Убежать тоже иногда неплохой вариант. Для тебя, звездочет, да. Тут другой проход. Только мне эти кристаллы кажутся очень опасными. Не бери это в свою мохнатую головку. От падения с высоты ты умираешь только в двух вариантах. Это вряд ли один из них. Ну, хоть смотреть на эти кристаллы приятно. Да ну, видала поинтереснее. Типичные силикаты, ничего особенного. О, пушистик, но резонируют-то они еще как по-особенному. Значит, пару юнитов за них можно выручить, если найти покупателя. Грут, нужно добраться до кристаллов. Есть, Грут. Эй, главное, Квилла вперед пусти. Не хочу, чтобы ты упал. Старайтесь не отвлекаться. Это опасно. Думайте о Драксе. О, вот теперь я точно что-то вспомнила, кажется. Здесь нужно быть осторожнее. Да, ты видишь будущее, в котором я сталкиваю тебя с обрыва! Эх, пушистик! Поразительно, что твоя вспыльчивость неизменна во всех вариантах времени и пространства. Ты... Мантис, а там, на забвении, ты уже знала, что предпримут церковники? Не знаю. Я вижу столько всего одновременно, что трудно понять, где нахожусь сама. Они во всех временных линиях хотят захватить галактику? Почти во всех. Иногда от этого такой шум стоит, словно куча кораблей стартует одновременно. А у нас
есть шанс их остановить. Наконец-то! Личина лжи! Наверное. И это поможет нам спасти Дракса? Нет. Помешает нам его спасти. Нет! Берегите! Отличное приземление. Спасибо. Обычно ты разбиваешься. Катати упоминали лица во тьме, но я думала, что это метафора. Жукоглазка окончательно спятила. Под хвост все это. Я пошел. Нет, нельзя. Мне нельзя тут прорубить? Ой, нет, не ты. Сейчас случится что-то ужасное. Все, я пошел. Ракета. Спасем Дракса и уберемся отсюда. Да, но... Пора доверять своим инстинктам, Квилл. Жукоглазка сказала, эта рожа мешает спасти Дракса. Так уничтожим ее. Пушистик, не делай того, что собираешься сделать. Нет, или нет, мне нет. Не делай. Хватит с меня головоломок. Не делай то, что ты... Давайте все-таки выслушаем Мантис, да? Дайте так подумать, хорошо? Что если мы обрушим всю пещеру? Тогда нам не придется больше с ним спорить. Это не повод. Грут, скажи ему остановиться. Пушистик устраивает сцену. Значит, мы умрем. Она же сама сказала. Ракета, нет! Кажется, я повторяюсь, но... Спрашиваешь про план? Да. Давай бежать! Опасно. Да, и не говори. О, скажу. Мантис. Где Матриар? Вот здесь как раз мой провал. Там, где мой провал, вас успех ждет. Со мной будь. Эй, народ! Ошалеть! Я все еще живой! Что? Ты нас всех чуть не убил! Завязывай уже со своими взрывами, ракета, ясно? Ты возьмешь назад эти слова. Звездочет, так ты из спартанцев? И я не знала? Может, ты не всегда? Или я забыла? Что? Эти твои пушки опять что-то сделали? Он спас Дракса после того, как ты нас чуть не убил. Как пушка могла его спасти? Покажи ему, звездочет. Вот как это делается. Взрывом все равно лучше. И вовсе нет. Вот попадем еще в передряг. Вы меня умолять будете что-нибудь взорвать. На глаз будете валяться. Вот попадем еще в передряг. Постараюсь об этом вспомнить. Снова странный туман. У вас хоть носы на нормальной высоте. От газа Пушистик ни разу не умирает. Только от падения, камнепада, читаури, воды... Стоп, что? Ты сказала читаури? Ой, и правда. Такое смешное слово, да? Быть не может! Я думал, что никогда больше этих подпостов не увижу! А я так и вообще надеялся! Нам нужна передышка, Шон! Дракс не жалеет, что не участвовал в заварушке! Ты могла предупредить, что в этой пещере прячутся читаури? Они тут не во всех вариантах! В некоторых здесь только те милые глазастики! Ну, ты понимаешь, о ком я зачем? Да, я знаком с этими глазастиками! Вот только с чего и здесь мы? Вот там у них и спроси. Наше приземление не самое стойное. Нечего их жалеть, дружок. Не первый начали.
Пусть выдавливают! Это круче, чем психотерапии! Ведь космоящеры не часть плана по спасению Дракса! Парни, нас поджидают дуба мамы Хеллбендер! Чего нам не надо, так это чтобы она сейчас решила с нами поквитаться! Мне напомнить, что это именно из-за тебя она на нас охотится! Эти парни что, не знают, про кто старая помянет? Эй, ну хотя бы сними меня скалы, а пиздец в скале! Прикинь, как было бы! Ненавижу этих тварей! Что говоришь? Обязательно было нас сглазить, а? Эй, а вы заметили, что мы нас сглаз, чтобы я назвал? Ну, вот и что, мы за это тебя поблагодарили? Берегись! У него холодное оружие! Удачи с этим! Вы чувствуете запах крапивы? Фрил, этот клизель ускорился! Пузырь разозлился! Отрежу кусочек! Сколько не режь, оно продолжает расти! Избили его в рот! Время больших пошек! Помоги! Даже у нее есть свой предмет! У этого пузыря нож! Туман как будто преследует нас! Не заманивает! Есть свой предел! Эй, Квин!
передышка, что? Так много народа стало жертвой обещания! Включая одного из нас! Таинственный туман так теперь Мантис, терпеть. Мантис, ты в порядке? О, эй, Гамора, ты уже не так подавлена. Стоп, это ведь... Насколько еще будет тянуться эта пещера? В легендах говорится, что вся эта планета внутри полой. Внимание, еще каменные монстры. Мирное разрешение конфликта их вряд ли интересует. Я могу помочь, я знаю их язык. Гамора, руби! Хочет нас убить!
Ой. Что ж, не скажу, что удивлен. Я была уверена. О, я его еще позже выучу. Мне кажется, я разобрала слово «убить». Или они так кряхтели. Кто бы они ни были, туман их, похоже, не беспокоит. Может, у них просто хватает мозгов не шариться в нем, в отличие от некоторых. Да знаю я, ради чего мы стараемся. И Дракс об этом все узнает. О, может, это вариант, где Пушистик совершает подвиг? Сложно сказать. Нет, ничего он совершать не будет. Вот уж тебе-то, Гамора, следовало бы давать другим еще один шанс. Народ. Знаю, Пушистик. И это единственный путь вперед. Что такое? Он видит то, что впер... Не! Хвост вам! Места не сдвинуть! Не такой уж он и мокрый. Так, средней влажности. Я не пойду под вязкий ливень! Мы команда, что-нибудь придумаем. Может, можно отвести воду с помощью тех растений? И эта мелочь теперь не даст нам спасти Дракса? Идите, спасайте его, пока я тону! Как они тут умудряются расти? Без понятия. Но эти лопухи могут пригодиться. Для дам. Думаю, я сожгу эти штуки парочкой выстрелов. Пиу-пиу! Ничего ж себе, бобовый стебель. Можешь попробовать, но, по-моему, это растение не из тех, что с мозгами. А ты что скажешь, ракета? Выглядит не страшно. Перевожу. Ракета не... Ракета не любит воду. Мы знаем. Мы в страшной темной пещере. Нас всех тут ждет что-нибудь, что нам не понравится. Верно. Но не в той степени, в которой Пушистику не нравится мокнуть. Не стоит недооценивать силу глубоко укорененных страхов. Особенно тех, причины которых ты сам не осознаешь. Наверняка у него есть кататианская сказка, очень уместная в нашей ситуации. Да. Это было просто растение. Говорящий, у нас нет выбора. Что тут вообще делает это растение переросток? Жрецы называют его гурос, дающий свет и жизнь. Соглашусь, на крышу над головой. Черт! Наверное, где-то застряла. Сядем! Все еще держится. Нет, это не их ума дело. Гамора, давай заберемся. Посмотрим, что делать дальше. Я знаю, что делать. Сказать ракете, чтоб кончал ныть. Ну, удачи тебе. Справедливости ради, он умирал, утонув и в куда более мелких водоемах. Что? Это уже какой-то абсурд. Ну не любит он воду, что мне делать? Ты вроде как его капитан. Ты давно с ним не общалась. Что бы вы без меня делали? Ой, из звездного лорда. Ты что-то сказал? Нет. Забыл, что было в прошлый раз. Ладно, ладно. Сами разбирайся. Яблочко. Какой? Да, ими можно было бы перегородить воду, но они не в ту сторону растут. Это только ты так быстро растешь.
блин! Уже теперь процентов на 50 стало суше. А мне на 100% плевать. Ладно, продолжим. Не беспокойся, они разберутся. Эй, Грут, поможешь забраться? Поможешь! На такую высоту! А если я прыгну, ты ведь меня поймаешь? Поживем, увидим. Не слишком обнадеживает. А ты прыгни как следует. Не смешно! Давай оставим ракету здесь. Спасем Дракса, а на обратном пути его подберем. Если не найдем его... Трудно это не согласиться. О чем это там? Вот так вот! Не надо! У него и так самооценка завышена. Зачем спешить? Что? Я же говорил тебе сходить перед высадкой. Жаль, у тебя нет таких клевых пушек, ракета. Хочешь язвить, я их у тебя свистну. Иди ты! Прости, продолжай! Черт! Наверное, где-то застряла. Мантис, а есть такие временные линии, где мы оставляем тут ракету? Чисто гипотетически. А это даже приятно. Как душ с утра. Ну что скажешь, ракета? Я никогда не принимал душ! И начинать не собираюсь! Немного получилось. Нужно только быстрее перезаряжать. Грут, давай поиграем в лифт. Можешь остановиться там, спасибо. Подними-ка, Грут. Эй, жукоглазка, сколько раз ты видела, как мы умираем в мучении? О, это слишком грустно. Я считать перестала на 50. Супер! По десятке набрано! О, нет, на 50 тысячах. Вот как-то так.
Грут, поможешь? Там будет хорошо. Здорово, Питер. О, спасибо. Давай попробуем еще раз. Вот тут? Раз уж просишь. В общем, спасибо, Квилл. Правда. Я была уверена в расчёте. Что скажешь, Грут? Мы теперь снова все вместе. Конечно. Сухой ракета, довольный ракета. Сейчас ты довольный? О, да. Ты не видела темного пушистика из других реальностей. И это хорошо. Очень хорошо. Что ты знаешь про этот коридор, Мантис? Вроде это тот мокрый эпизод. Да-да? А разве мокрый эпизод не позади? О, будет хуже. Гора. Все целы? Тут совершенно ничего не видно. Да, дело дрянь. Так, что там насчет вариантов, где мы погибаем? А что, так можно было? Говорит, он не любит выпендриваться. Спасибо. Не буду я им рассказывать. О, точно. То самое. Ты рассказываешь в темноте. Это очень важно. Нет, не важно. Молчи! Ракета, мы тут все свои. Да нечего рассказывать. Просто в лаборатории, где меня держали, ставили эксперименты. В баках с водой. И это было ужасно. Эксперименты по сенсорной депривации на полусвете. Слышала об этом. Сенсорная депривация — это, считай, еще праздник был. Так вот, почему ты не любишь воду. Мять. Я и не знал. Это все не важно. Не люблю мокнуть и все тут. Ну и долго мы будем тут болтаться в темноте? Это как метафора. Физическая темнота — отражение того, где сейчас находится разум зеленого злюки. Мы можем вернуться, следуя за Грутом, а потом поищем выход. Просит держаться ближе к нему, он хоть подсветит. Питер, а ты точно туда идешь? Нет, точно не туда. Звездочету не говори, он сам должен понять. Я вас слышу. И отлично. Помнишь уговор? Найдешь что блестящее, делим пополам. Гамора, а помнишь ту нашу ночевку?
здорово было. Не спали всю ночь, болтали, выпили лишнего. Это была не ночевка. Мы провели ночь в горах, спасаясь от преследования. Все равно было весело. Не, ну, у сока кактусов действительно оказались забавные побочные эффекты. Нет, телевизор. Это тебе не фонарик, Квилл. Помнишь, как было в карантинной зоне? Я думал, это было из-за той энергии. Энергии в темноте. Грудь светится в нестандартной части спектра. Меня уже достали фраточки мисс Тонкие намеки. Милая, я тебя умоляю. Тут уже хотя бы посветлее и посуше. Вот и хорошо. Мантис, ни о чем не хочешь нас предупредить? Я пытаюсь вспомнить. Кажется, дальше начинаются странности. Начинаются странности?